Девочки, всем привет! Начинаем новый влог. Федюня, поздоровайся. Привет. Короче, я... Федя помыл руки. Федь, не надо ее открывать. Ой, это... Помыл руки. Я там села монтировать. Ну, сижу, монтирую, им открыла. Заходит, говорит, мама, а что ты... Скажи мне, расскажи. Проверяющий. Чего ты сразу не сказал, что такие... Новые штовы повесил? Чего ты сразу еще не сказал, что такие... Полушки ложевые повесил, положила. Шторы-то не новые, шторы эти были, в старой квартире висели. Не помните, что ли, их? Нет. Красивые? Да. Вот так что, девочки, а вы говорите, мои дети не замечают. Мои полушки, дети все... Полушки, кажется, тоже были. Здесь, в этой квартире уже. Нет. А, да. Были. Да, мало лежали. Просто вы их пачкаете сразу. Я меняю другие. Федюнь, ты куда залез? Сегодня говорит, хочет одеть вот эту вот футболку. Они только пришли. Я не говорил. Да, и говорит, как не говорит, говорит, она мне не лезет. Я хочу ее одеть, она не лезет. Я говорю, ты постарайся еще. Упс. И он это, и он голову просунул. Я говорю, все, мальчикам надо одеть. Так у него сразу получилось. Когда немножко растянула. Голова, да? Горловина. Ну, будешь так? А что еще я сделала в этой комнате? Сынок, ладно, оставь ее. Что я еще сделала в этой комнате? Убралась. Ну, убралась. А еще посмотри внимательно. Мама. Вот, девочки, понимаете? Думала, шторы они увидели. Шторы. Наволочки они увидели. А все, больше ничего не увидишь. Ты что-то одна что-то... Да ничего. Я там, подожди, я кольцо увидел. Чего ты? Вот это. А, картину? Да. Нет. Ну, а что, ее не было? Так, сейчас еще. Ну, где картина-то эта стояла? Мама, а ты мне дашь конфету? Конфету? Да. Леденечек? Вот! Да нет, цветы отстанет цветов, нет. Это? Ну, это тоже. Больше ничего не замечаете? Корзин. Ну, слава богу. Все? Вот видите, девочки, это к чему я говорю? Я там все организовала, да? Вот еще вот эти подушки. Да нет. Мама, можно на четверых? На четверых, да? Да. А, это мы вчера ходили в какой магазин? Как он называется-то? Красно-белый. Красно-белый, узнали. Ирина сказала, что в нашем районе есть красно-белый. Мы сходили, и я сама лично захотела, и мы вчера их не съели. Шоколад. Угу. Ты руки помыла, Арсений? Снимай штаны. Давай, покажи, какие там. Я тоже хочу. Это я вчера очень сильно хотела. Это луковые. Сука. Ну да. Лук. Держишь? Сметана. Держишь? Лук и сметана. Угу. Ой, как вкусненько вот. Будет сейчас мне. Вот, видишь, сметана? А что мне надо? Ты все много взяла. А? Ты все много взяла. А что, маме нельзя? В смысле? Я себе их купил, ты сказал, что их есть не будешь. Я думаю, что ты эти вот все в рот сразу засунешь. Три штуки? Могу. Да. Ты сказал, что ты их есть не будешь, сынок. Я не говорил такого. Федя, он говорил? Да. Нет! Ну нет, серьезно, говорил он что-нибудь? Нет. Ой, да! Нет! Нет, я же не помню. А ты скажи тогда, что ты не слышал. Ты же сказал, что не будешь есть их. Ну, скажи. Я не говорил. Угу. Я сказал, что все буду есть. Ну, в общем, девочка сдула. Они пошли. Девочки, хочу вам показать наш сегодняшний ужин. Быстренько показываю и загружаю видео. Ну, у меня телефон будет занят. Не покажу потом. Это рыбные котлеты и щуки. Мне приятельница их... привезла, угостила. Не только ими, но пробую только их. Ой, девочки, как пахнет вообще. Это натуральные котлеты. В общем, если мне понравится, я с вами поделюсь, где их можно заказать, потому что они этим занимаются. А я уверена, что мне понравится, но пока я не порекомендую, потому что у меня даже, ну, нет какой-то ссылочки или вообще контакта. А здесь вчера я готовила, ну, типа а-ля плов. Это были голени, осталась одна штучка, и рис, обычный круглоозерный рис с
с морковкой, без лука, потому что его не было. Перец, фасоль там стручковая, тоже остатки какие-то были. Что-то еще. А голени мариновались у меня в соевом соусе, поэтому и цвет такой. В общем, как-то так. Это очень вкусно. Я на самом деле берегла их, эти котлетки. Ну, не буду врать. Ну, месяц, наверное, они у меня лежали, потому что мне было их жалко. Я хотела на Пасху, но сегодня я подумала, что... В общем, что надо сегодня их есть, потому что я очень захотела, как раз с рисом будет очень вкусно. Все, девочки, потом поделюсь с вами, вкусно или невкусно, там зелень. Ой, я не могу, она сказала обвалять в муке немножко, я не обваливала, я вообще не обваливаю котлеты в муке, когда готовлю сама котлеты. Ой, вы посмотрите, ой, как пахнет, девочки, просто безумно пахнет вкусно. Все, нам приятного аппетита и вам тоже приятного аппетита. Девочки, всем привет, всем доброе утро. Обещала вам вечером показать, но вечером нечего было показывать. Я повесила тюль сегодня, ну вот недавно, может, минут 40 назад. Я герой. Да вчера вечером только такая все убрала с кухни, думаю, сейчас буду гладить и вешать. Захожу в спальню, телевизор выключен, я была вообще в шоке, 11 часов не было. Лёша спать лёг, а я говорю, а ты чё? Ты чё, говорю, спать лёг? А он такой говорит, да. А я говорю, а я вообще-то тюль собралась вешать. Он говорит, а чё, вообще с ума сошла? До этого же я ночью цветы пересаживала. Завтра повесишь. Я говорю, так я не могу девочкам показать против света-то красоту-то. Он ничего мне не сказал, я спорить не стала. Ну, в общем, девочки, да. Поэтому, ну, еще, господи, ладно, начну там, может быть, следующий влог вечером. Прям начну с вечера, потому что, чтобы показать красиво, уютно, мне очень-очень-очень нравится. Кстати, да, забыла, шторы я сняла, убрала уже в шкаф, а вот это досыхало, скажем так, вчера и забыла, представляете? Ну, просто забыла, потому что света здесь уже не горел. Вот, все замечательно, единственная длина. Ну, я так и знала, потому что они 2,50, а у нас 2,40. 6 или 7, не помню. И вот как раз-таки нужно, по идее, бы подрезать. Почему и они лежали? Это вообще они. Он, тюль. Это вообще Stikitex. Хорошие, гладятся хорошо. Мне понравилось. Хорошая, это я, знаете, к чему? Штора хорошая, вы поняли? Я знаю, девочки, что это мужской род, так что не проживайте. Вот, белоснежная, все хорошо. Что у меня белоснежная? Ой, девочки, 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 подождите. Расцвел. Красавчик, расцвел. Смотрите, какой цвет красивый. Против света, конечно, не видно, но он такой... Вы бледнее чуть-чуть видите, так он такой... Ну, персиковый, кремовый, красивый, короче говоря, цвет. Вот. Шторы тоже шикарные, и я прям, девочки, мне очень нравится. А еще я сегодня зашивала, блин, лифчик зашивала. Сидела вот здесь, и смотрите, какую картину я наблюдаю. Сейчас покажу вам. Вот я здесь сижу, смотрите, виляет, виляет, ей не нравится. Ты думаешь, я тебя, что ли, снимаю? Нет, Ирис, звезда. А, вот, красиво. Видите, и шторы перекликаются, и картина перекликается. И на шторах цвет с обоями совпадает, и на картине тоже. Зеленые листочки тоже по тону. Ой, мне девочки очень нравятся. Очень. Безумно. Просто. А еще не знаю, вам видно или не видно, но мне видно. Вот видите? Полоса. Это помните, Леша стену дырявил, чтобы провод туда убрать? Мало получилось, надо было поглубже. Ну, говорит, сделаю потом. Но вот сейчас я вижу, не, вне камеры вижу, а вообще на это внимание уже не обращаем. Но он планирует. Ну, в общем, мне жалко. Я, ну, как-то вообще... Лучше, конечно, довести до ума, но это опять надо распарывать эти обои, опять штробить. И не знаю. Ладно, что? Потягушечки. В общем... Красота, девочки, страшная сила. Мне все нравится. Замечательно. Видите, даже мальчики вчера оценили то, что тюли даже не было. Тюля, тюльки не было, а они оценили. Ну, это как показать красоту-то эту?
Маленькая комнатка, уютненькая. Вот это не будет стоять тумбочка. Пуфик, я же на нем сидела, да? Но постоянно я Риску прогоняла и ее лежанку постоянно перекидывала на кровать, когда мне надо было за компьютер садиться. Пусть стоит. Но мне внешне не нравится. Там же у меня цветок стоял, вот именно у стола на полу. Ну, пока так, пусть стоит. Ладно, что, я здесь редкий гость. Не часто бывает, да, девчуль? А что я сказала? Я сказала, да, что сидела, зашивала бюстгальтер. Вчера в одном у меня сломалась косточка, я психанула, выбросила. Телодвижение много совершила. Серьезно, вот на ровном месте, хоп, сломалась. Я просто даже не стала откладывать. У меня же есть там несколько лифчиков, которые косточки. И что? А в другом вылезла. Ну как так, а? Ну потому что давно, это уже, знаете, это уже возможно со временем, да? Они же стираются, там изнашиваются, возможно, и металл хрупкий становится. И в общем-то, я вам Дейзи показывала, давно не показывала. У меня сегодня такой лайтовый день. Мои планы вчерашние поменялись. Поставила сюда... Это Николай Чудотворец, по-моему. Я не очень разбираюсь, если честно. Но это я купила, когда Арсений родился. По-моему, я купила. Вот. Эй. Эй, петушок. Мы его кормим. Раньше кормили в 8 часов, сейчас кормим в районе 6. В общем, я прихожу сюда либо монтировать, либо загружать. У меня здесь вот стоит как раз, обрабатывается видео. И мальчики кормят по очереди. Плывет. Дружочек, пирожочек. Вот. И, короче говоря, да. А здесь я все... Просто она все время с места на место прикладывается, эта лягушка. Выбросить не могу, жалко. Она ж типа денежная. Прошу Лешу. Ну, просила вытащить отсюда вот эту сломанную. Денежка сломалась. Надо и туда засунуть настоящую. Ну, в общем, вот такие вот дела, девочки. Все хорошо. Все хорошо. Ой, не очень хорошо. Сейчас я вам покажу. Девочки, вчера у Феди упала палочка. Он, видимо, пытался сам достать. Я ж так их не использовала, не задействовала туда. Ну, зато купила. Главное купить. Остальное не важно. Что говорю? Смотрите, что делает, а? Я закрыла дверь в ванну. О, а что у меня? Опустился телефон? Ой, я же его не так ставил. Представляете, вообще не держит, смотрите. Что делать-то? Опять вышла. Ходит, бродит чего-то. Иди уже, отдыхай. Я говорю, вы меня слышите? Слушайте, вчера волосы посушила естественным путем. И когда вот феном сушу на следующий день, пусть уже корни такие не свежие, да, но объем какой-то есть. А вот сегодня... Знаете что? Знаете, да? Хорошо. Что говорю? Вот у меня что сейчас было, но просто комод отодвигала. Головы моей нет, да. Эти крючки. Не хватило крючков мне. Но я знала, что не хватит, потому что там 5 метров тюль. А вот этот тюль, который старый, да, его было... 2 метра. Да, 2 или 2,5. Ну и крючков, соответственно, там было меньше. А у меня крючки в одном месте лежат, а вот эти я хотела в нитки с иголками убрать. Ну, подумала, что я буду вешать, менять. Ну, понадобится туда же дальше идти, понимаете? Вот как можно, девочки, дверь 80 сантиметров. Как можно было так пройти, чтобы задеть штатив? Вы понимаете, как она внимание привлекает? Но она специально это делает. Ну, вы же сами знаете, да? Кошки, они же настолько, они же аккуратно, нигде ничего никак. Нет, это идет как танк, блин. И, в общем, не стала туда убирать, здесь оставила. А здесь оставила, положила так, чтобы видно не было. Блин, достала, рассыпала. Вот, использовала их. Такие, кстати, впервые такие вижу. Ну, такие вроде крепенькие, нормальные. Нет, они однотипные все. Понимаете? Они однотипные все, но они это... Скажите мне. Ну, пластик другой. Те такие более гибкие, а эти вроде бы хрупкие, но в то же время вроде крепенькие. Так, это я поставила сюда. У меня же здесь лежат эти ватные диски, ватные палочки. Кстати, знаешь,
Знаете что? Хочу попасть в фикс-прайс, девочки. Давно не была, вот прям хочу. Ну, в карамели, который у нас. Ну, не знаю, и в светофор. Экономим же. Ну, нет, опять же, экономим. Мне просто хочется поглазеть, что-то пощупать, может быть, что-то купить. Не знаю, душа требует. Личик купить надо, блин. А я тут про фикс-прайс говорю. В фикс-прайсе не продаются. Ну, нет, у меня еще есть два. Не, вот этот вот хороший. Он телесного цвета. Он хороший, хорошо держит. Все, я его не то чтобы жалею. Вот который вчера косточка лопнула, это такой. Ну, мне его не жалко было. Он уже в объеме вытянулся. Ну, в общем, не жалко было. Я бы его, может быть, ремонтировать оставила. Ну, нет. Так, ватные диски, ватные палочки. Окно прикрыло. Только что так ветер задувал сильно. А сейчас душно. Ну, а у меня котел выключен. Ну, как-то душновато. И знаете что? Блин, у меня все, запасов-то нет никаких. У меня не бывает таких прям запасов-запасов. Но всегда про запас, в общем, надо будет. Не знаю, может быть. А, сегодня не получится. Сегодня же у меня короткая смена. Сегодня у меня короткая смена. Сегодня мальчиком на тэквондо. Соответственно, то есть получается, когда у меня длинная смена, я... И ужин могу готовить чуть позже, да, они из сада придут после ужина, а здесь они придут, пойдут на тэквондо, придут вообще голодные, соответственно, ужин должен быть. А у меня на ужин сегодня будут макарошки с подливкой. Вот, Лёша палец на днях порезал на работе. Глубокое порез, вот такой вот клей купил. Он очень щипит, потому что он на спиртовой основе. Ну, девочки говорят, очень хорошо работает, кстати. Что-то я у него вчера не спросила, как. Ну, сказал, что хорошо. С первого раза прям приклеилась. Вот, кто не знал. Я знала, что клей существует, но не знала, как он выглядит. Так что вот так что. Что еще вам рассказать? Цветок стоит у меня здесь специально, чтобы я мимо него проходила. И чтобы он мне совесть мучил. Пересажу его сегодня. Вообще, я хотела, знаете, что сделать? Хотела вам просто показать и все, а потом подумала, блин, я покажу и все, и пройду мимо. А потом, когда я уже здесь буду? Квартира же большая, пока вернешься туда. Ну, серьезно, нет, давайте мы назад уже все сейчас с вами вместе сделаем. Хоть толк какой-то будет. А что, почему? Не в плане... А, это от карнизы, короче, понятно. Надо убрать или пакетик другой, корявый пакетик. Так, у меня салфетки влажные закончились. Вот такие вот салфетки, вот. Последняя пачка, у меня их несколько было, всегда должны в сумке лежать, потому что... Вот, Федя губу разбил, вот простая ситуация, да? Это я к чему? Что? Во-первых, нужны салфетки, ну или там руки где-то вытереть, мы после магазина, бывают какие-то конфетки или что-то, там они хотят, в машине надо. И вот, я стояла в 10 метрах от него. И что? Ну, это же секундное дело. Так что вот так что. Просто вы не правы, когда мне что-то говорите. Вика из Америки. Ну, я надеюсь, что по срокам здесь нормально все. Присылала жвачку. Ну, может, не очень нормально. Мне кажется, до мая 21-го. Ну, иногда хочется жвачку. Я вообще жую Орбит нежная мята. Я люблю жвачку жевать. Но что говорю? Орбит нежная мята. А иногда мне не хочется Орбит нежную мяту. Я беру, подхожу из этой баночки, возьму, пожую. Ну, прям нравится иногда. Серьезно. Дома я редко жую. Я в основном на улице. Ну, и дома тоже жую. Ну, в общем, да. Еще когда у меня изжога, кстати, мне очень-очень-очень помогает именно Орбит нежная мята. От классического еще больше может быть изжога. А вот нежная мята, девочки, да. Так что вот у кого часто изжога, нет какого-нибудь рейнига, стала или еще чего-то. У меня этого уже давно нет, раньше я только на них сидела. Вот, имейте в виду, помогает. Ну и даже зубы почистить мне тоже, кажется, помогает. Так, салфетки. Ой, как их называют? Маски. Это беру оптом. Тут они в подарок давали. В общем, про запас на всякий случай я носила в этот... Ну, куда-то. Ну, мне... Они большие, нормальные. Но вот резинка у них дурацкая. И у меня уши сразу оттопыренные такие. Видите? Ну, я понятно. Я вот так не носила никогда. Мне дышать нечего. Вот так. Ну, туго. И вот я думаю, нафига они нужны? Или выбросить, или оставить? А вот здесь вот
Смотрю другие, вот из этих вот. Те плотнее ткань. Вот это вот. Ну, здесь резинка, кстати, получше. Ну, получше. Оставить, что ли, пусть будут. Мало ли наше государство решит снова нас это, к маскам обязать, да? В некоторых магазинах все равно до сих пор маски и заставляют одевать маски. Блин, бред какой-то. Ну, знаете что, ну пусть лежат, ладно. Это из серии «Оно мне не надо, ну пусть будет». Хочу я здесь, конечно, организовать. Ну, вот этот удобно, девочки, удобно, я уже это говорила. Но хочется мне вот так вот одинаково, чтобы было, и вот разделить. Хотя, может, и не надо. Ну, надо. Что еще толкало? Пусть лежит. У меня нет сейчас задачи здесь порядок наводить. Просто надо вернуть все на свои места. Что это? От карниза. Вот. Вы к Пасхе-то уже готовитесь, девочки? Скажите мне. Вот это вот серове. Стоит пустая бутылка. Израсходовали мы с Арсением. Боюсь даже посмотреть. Стоит, мне напоминает о том, что... Сколько это стоит, надо посмотреть в Озоне. Потому что вроде бы неплохой, но я выбрала около 700 рублей. Не помните за сколько? Плюс-минус 600... Почти 700, ну вот, или 715, не помню. Хорошая, быстро впитывает, прям, ну, увлажняет. Быстро израсходовала, потому что он здесь стоял, а все им пользовался, ну, чтобы не забывал, да, после душа выходит это. А я руки мазала после там воды, тоже после туалета, быстро израсходовался, хотя я понимала прекрасно. Но я экономила, я честно, я чуть-чуть чисто символически, но каждый раз меня совесть мучила. Но удобно. Вот, а у него опять вот атопический дерматит сейчас прямо обсыпан, ну, как сказать, сильно нет, но так средне. Отопление еще есть, сухой воздух, плюс жара на улице, ну, в помещении-то уже сухой. У нас дома очень комфортное, прям вообще. Сейчас мне просто вот душно, надо приоткрыть. Не жарко, а вот душно. А знаете что? Вот когда он в школу пойдет, я так думаю все-таки... У нас даже, кстати, этот стоит здесь. Как его зовут? Фигня это. Фигня это. Все равно суховато. Сколько должна быть влажность? Здесь сейчас 44, 43. Вот насколько я вижу. И градусов, девочки. Блин, 22! Представляете? А почему 22? У нас в спальне прохладно. А потому что здесь... теплее, солнечная сторона уже начала нагреваться, вот, а в спальне вообще комфортно. Так я что говорю, пойдет он в школу, я думаю, что с кожей у него станет гораздо лучше, потому что все равно он целый день в саду, в одежде, да, в школе он все равно в первом классе он будет учиться в первую смену, а во втором классе и дальше, наверное, во вторую, потому что я тоже училась во втором, в третьем, в четвертом, во вторую смену, в пятом не помню. А мне Лёша сказал, что еще третья смена бывает. Я говорю, да ладно. Ну, там, видимо, где-то в середине она или как. Кто знает про такое, девочки, эти игрушки. Этот Федя. Не, я не злая на своего ребенка, потому что это все временно. Вот тоже купила агриколу, чтобы стояла. Так, это мусор. Ну что, мы с вами... Блин. Навели порядок там практически. Палочки. Куда мне вас деть? Лежите здесь. Хорошая горизонтальная поверхность, я вам хочу сказать. Видите, стремянку надо на место унести. А место у нее сейчас на кухне, у котла, ну, сбоку от котла. Мне их использовать надо. Так, это в сумку, это в ванну, это в нитке с иголками. Это я не закрыла, чтобы уже не... А, нет, это у меня открыто здесь постоянно. Так. Ладно, пусть так стоит. Это в туалет. Так. Спросите, куда я убираю? Вот тут стоят матрасы. На матрасах стоят вот это. А еще здесь груша, вам ее видно, да? А мне она портит весь внешний вид. Мне она не нравится внешне, поэтому она так и стоит. Все, девочки, сейчас я вам покажу красоту на кухне. Пойду это все уберу. Ну все.
Все хорошо. Надо было вытереть. Сейчас вытрущу. Влажной салфеточкой. А еще, девочки, забыла вам сказать, мальчики очень оценили вчера вот эти цветы. Я вот здесь вот их поставила. Арсений: о, мам, вот я что вижу, ты пересадила цветок. Я говорю: да, тебе нравится? Да. И Федя такой, ну, как, я уж не помню, как он сказал: мама, это тоже мой цветок? Это мой цветок? Я ему сказала: не трогай листики, вот мне, они ни до чего не прикасаются, мне нужно, чтобы он повернулся в эту сторону, ну, в одну сторону был повернут. Ну, должен, наверное, повернуться, хотя не факт. Да, девочки? А мне вообще кажется, ну, света здесь достаточно, но вообще не факт. Вот, и, короче говоря, в общем, красота. Мне очень нравится. Очень. Специально пришла. Но, девочки, моя пальма в этом горшке по цвету мне не нравится. Мне хочется, чтобы она в белом была. Но мне нравится форма этого горшка. Это из Леруа. Пока трогать не буду, пусть сидит. В этом горшочке не сидит, пусть растет. Но будем в Леруа, я посмотрю, такие горшки белые. Ну, он размером неплохой. Вот. И в то же время цвет мне сам по себе цвет нравится. Вы как-то, мне кажется, видите серо-голубым. Он больше, не знаю. Как-то он больше вроде серый. Как-то на камеру смотрю. Вот это вот. Вне камеры этого не видно. На камеру видно. Вот, мне хочется, чтобы он был беленький. Дейзи. Вышла, вышел. Кто это? Кто это? Я забыла. В общем, Дейзи. Поздороваться. Короче, все хорошо. Смотрите, смотрите, смотрите. Я развернулась, завиляла, завиляла. Девочки, такое ощущение, что она все время недовольная. Нет, скажи, я довольная. Вот понимаете, что делает? Хорошо, что не задрала ногу. А вот этот в белом мне нравится. Ну, просто, наверное, как раз на контрасте, да, вот со стеной с такой спокойной, наверное, как раз-таки беленький. Ну, мне, в общем, девочки, вы уже все поняли. Ирис, да? Нервная женщина. Ой, сейчас кинется. Скажи, я старенькая женщина, ты меня трогаешь. Ладно, отдыхай. Не буду тревожить. Вообще, хотела показать вам, что у меня здесь происходит. Ну, я пришла поесть себе, разогреть, девочки. Девочки, да. Очень даже удобно. Видите, площадь стола большая. И получается, что хорошо гладить. И тюль я сюда скидывала. Это сегодня я белье постирала. Один комплект постирала сразу, как поменяли. А второй комплект, вот только руки дошли. Руки-то не дошли. Что там стирать, девочки, спасибо. Я вот прям благодарна, кто придумал... тем, кто придумал посудомойку, стиральную машину. Вот прям, дай бог им крепкого здоровья, если они еще живы. Да, потому что, ну, блин, сами понимаете. Уже практически высохло, а сейчас у меня стирается белое белье. Как раз тоже мне комментарии написали, как я поддерживаю белые. Я люблю белые вещи. Белые стираю только с белым. Я портила вещи, когда закидывала какие-нибудь трусики, к примеру, с рисунком. Оно серее становилось. Ну и периодически я добавляю отбеливатель. Вот сейчас стирается с этим. Моя цена. Не знаю, посмотрю результат. Вот, значит, что? Девочки, девочки, что? Вот что? Сейчас я все это поставлю назад, кстати. Да, я вчера наволочку одела вот эту вот на подушку. Подушка эта из василька. Такая вот самая простая, которая самая дешевая, я говорила, да? Но... она думала, что это что-то, а это вот еще повторяется что-то, точечки, капельки. Но она меня нервирует, вот нравится. Иногда, вот знаете, она так быстро надоест, ее можно поменять, да, наволочку. Что говорю, да? Ну ладно, неважно. Черное пятно это меня раздражает. Вот когда его не видно, вроде бы нормально. Черные подлокотники, но они не черные, а венги. Такие шоколадные, темные. А там черные. Зачем так много? Не понимаю, сделали. Скажите. Вот прям очень много. Так вот, подушка самая дешевая. Ну, мальчишкам нормально. Она легкая, пыль себя не будет собирать, потому что там холофайбер. Ну, она такая, нет, не натуральная. Ну, конечно, проминается быстро. Нормально, нормально. Я мальчикам все равно это для них. И в комнату. Так, что, девочки, значит? А так вот так, смотрите, да, вот так, пятнышко такое. Иногда можно, хотя я хочу зеленцы добавить. Зеленцы, ну, у меня просто цветок. Вот сюда я, девочки, планировала пальму большую. Ой,
машу тут своими клешнями. Пальму, пальму. Помните, я все про пальму говорила? Потому что пустовато. Пустовато. Ну, этот понятно, что этого мало. Торшер так и не опустили, но я разово хочу все сделать. Я даже не заморачиваюсь по этому поводу. А вот если была бы пальма попышней, вот в Икее, потом не в Икее я тоже смотрела. Да, дорого она стоила. Да и в Икее тоже дорого. Но в Икее мне стволы не нравятся. Они не натуралистично выглядят. То есть, может быть, издалека-то и нормально, а вот в натуре-то живьем я не думаю. Я даже... Лера, привет, дорогая, спасибо тебе большое. Она попросила ее в Икею съездить посмотреть. Она сказала, что, ну, как бы не айс. Так, компьютер. Почему там? Потому что стол здесь, да? Вообще его надо в спальню унести. Но у меня, знаете что? У нас в спальне плохой интернет. Вот мы модем поменяли или роутер? Роутер модем. Господи, деревня. Поменяли. Все равно. Все равно мне не нравится. Хотя, может быть, он был перезагружен, а сейчас он вообще, там вся память переполнена. Может быть, еще из-за этого. Ладно. О, 12 часов, девочки, надо поесть, да. А, сейчас я вам скажу, что у меня здесь. А, слушайте, мне же надо в магазин сходить. Я вот хотела банку не обращать внимания, это я типа планирую капусту квасить. Мы уже ее съели, эту капусту, надо новую, но чтобы мне напоминало. Да шучу, на самом деле, надо на балкон убрать или куда-то. Ну, где я тут? Бальзам у меня вчера закончился для посудомойки. Вот мне нужно купить туалетная бумага. Тюльпаны. Слушайте, да, в Пятерочке искусственные тюльпаны увидела. А очень мне понравились, желтенькие. На Пасху хочу. Не знаю, есть они или нет, 149 рублей. Вот знаете что, пожалела тогда денег, не купила. А сейчас денег еще жальче становится, девочки. Ой, не ловит фокус, да? О. И, значит, мне говорят вчера или сегодня комментарий был, убери искусственные цветы. Да не уберу, я к ним нормально отношусь. У меня нет никаких ассоциаций. Тем более, они у меня такие красивые. Так, полотенце 2 штуки, девочки. Это я все, полотенчики из Магнит Косметик. Может быть, там скидка какая-нибудь, может быть, нет. А может быть, 2 штуки не купить. Но мне прям реально хочется, чтобы их было много. Потому что они износятся, а потом я буду переживать. Так, лук, картошка, яйца. А здесь от клеща, это вот для спатифилума. Это в разные магазины, в разные вообще места надо идти, по идее-то. Хотя, слушайте, где от клеща я собираюсь кенгуру покупать, это... Там же Пятерочка, вот тогда я и увидела. Значит, туда надо идти. Дальше. Что у меня здесь? Это у меня список, девочки. Диспансеризация, нотариус, окулист, гинеколог, УЗИ, стоматолог. Нам с Арсением надо. Леша недавно ходил сдать деньги в детский сад на выпускной. Девчонки, забываем. Представляете, деньги отложены, забываем сдать. Никто не дергает, блин, вообще. Ну, это, цельнее будут. А, Дейси, девочки, ягодно-белые, это я вчера же планировала, вот, я вспомнила, как называется комплект штор, оставила в предыдущем видео ссылку на том дом, на этот вот комплект, и мне нужно снять видео, ну, как не видео снять, а, видео снять, девочки, отдельное, да, про деревянный конструктор, помните, машинка, мотоцикл, я вам еще ничего не рассказывала, не показывала, но это я, ну, меня просили отдельным видео, это же мне на обзор присылали. Очень нравится, но пока руки не дошли. Меня не дергают, и я тоже не дергаюсь. А вот когда есть рамки, ну, время ограничено, да, тогда, соответственно, это все быстрее происходит. Там до Иры не могу дойти, банки ей нужно отнести, и еще банки нужно отнести, поэтому я сразу как-то хочу. Ну, бог хотения не дает, девочки. Сейчас надо убрать, значит, утюг. Вот это дело. Вообще, я что планировала? Же... Повесить же шторы, и хотела сразу погладить, раз думаю, тюль буду гладить, в общем, это скатерть. Она мне очень нравится, смотрите, какая расцветка. Просто вам показать. Пришла. Просто вам показать, как будет, ну, понятно, что это клеенка не айс, это все понятно. То, что будут красиво висеть шторы, да, будут когда-то висеть красиво шторы завтра, ладно. Вот, и... Ну, чтобы вот это вот не перебивала клеенка вот этот позорная. Тем более она, знаете что, она вздыбилась еще больше. Вот она от горячего. Ну, долго пользуешься, она начинает топорщиться. И, девчонки, я сегодня сидела, блин, наверное, полчаса. Вот представляете? Это вообще, это ку-ку. Сейчас я разверну, вам покажу. Так, 2 полотенчика вафельных из любимого василька. Они мне очень нравятся. Но... По назначению я ими, в принципе, пользоваться не собиралась. Ну, может быть, буду так чисто, знаете, я, помните, говорила, что, может быть, на ручку повешу в духовке. Я не хочу вешать, ну, мне не нравится.
У кого-то смотрю, вроде бы ничего. У себя не хочу. Это также, знаете, про кухню, которая классическая белая кухня, к примеру, в стиле Прованс, да. Мне у других нравится. Я смотрю, все, ну, это не мое. Или в частном доме. Ну, вот я бы, допустим, в частном доме сделала в Провансе кухню. Вот, и поэтому я и не хочу полотенчики эти вешать. Я сказала, да, что, может быть, повешу. Но я знала, что не повешу. Так, мне вот нравится полотенчик лежит. Вообще я его, если честно, вешаю вечером. Допустим, если оно только чистое взято, я его вешаю вот так вот на раковину, да. А тряпочку, которую я вытираю со стола, я вешаю на кран, на смеситель. Чтобы она сохла. Но сейчас она в раковине лежит. У меня там размораживается филе куриное. Лёшина чашка стоит, но раковина глубокая, вам не видно. И, в общем, там же лежит тряпочка. Ну, это такой, знаете, мой секретик. Я вам его раскрыла. Я сразу прихожу, когда в кухню вообще захожу, да, там кофе, я сразу эту тряпочку либо на раковину кладу, либо в раковину. Ну, если я знаю, что я буду снимать, ну, чтобы она как бы не это. Но это только на ночь. Короче, вернемся к этим полотенчикам. Они мне очень нравятся. Здесь такие типа аффирмации, ну, выражения красивые. Мне очень это нравится. Я знаю, что такое продается. И вы понимаете, я не могу выбрать. Вообще, я хотела в Леруа купить рамку для фотографии. Здесь 45 на 60 размер. И одно полотенце вставить в эту рамку, и девочки... На балконе будет стоять либо пуфик, наверное, скорее всего, в ближайшее время, там, когда порядок наведется, будет пуфик стоять, который у нас в прихожей стоит, либо тумбочка, либо столик журнальный, это все у нас есть, да, и с той стороны будет шкаф и тумбочка. Вообще, я планировала комод, но комод сейчас занят, он будет стоять какое-то время, естественно, мебели, когда там мы эту мебель, ну ладно, не суть, и поставить на балкон, и вот с чашечкой кофе, если сидеть, то видно только небо, и знаете что, девочки, еще, и крышу вот этого дома, и там все время, ну я потом как-нибудь покажу, я уже показывала, газовые трубы, не газовые, они все время, короче, шевелятся. Это не газовые трубы, что я говорю, Леша же мне говорил, это вентилятор, вентиляция. И оно все время, короче, от ветра либо сильнее, либо медленнее. И приятно за этим наблюдать, девчонки, когда облака летят, вот на эту штуку, да, смотреть. И я, потому что в детскую комнату бывает, захожу в окно, смотрю по телефону, разговариваю. Ну, мне прям по кайфу. Что мне на дом смотреть? Так-то, по сути. Птички там бывают по крыше, там вороны. Вот. Так что, и как раз поставить на тумбочку или на комод, ну, вот эту картину маслом, да. И вот... Бывает же такое, о чем-то думаешь, а здесь можно просто, ну, это вот я себя, девочки, я про себя говорю, возможно, меня очень многие не поймут, что, ну, типа, Оксан, ты чё? Да вот ничего. Это знаете, как раньше, кто в туалет ходит с телефоном? Я иногда хожу, но крайне редко на самом-то деле, потому что если пойдешь с телефоном, дольше там времени проведешь. Я не это. Зато у меня Федя повадился в туалет с телефоном ходить, а Арсений нет вообще. Да, я, ну, типа, в туалет, я говорю, верни телефон, я быстро, сидит, играет, вот, ну, чье это, да, откуда это повелось, вот, и, короче говоря, я, значит, о чем, я вам пока даю время почитать, а вот если там, допустим, чаек, кофеек, ой, на балкончике, и вот, блин, подождите, девочки, туалет, да, вот раньше в старой квартире я прям помню, как я ходила, чтобы вот когда я беременная, в декрете была, мозг занят вот этими бытовухой, всеми делами, я... Там стоит, допустим, освежитель воздуха. Я читала, что на нем написано, понимаете, нафиг оно мне нужно было. Ой, блин, или стоит, ну я не знаю, ну что-нибудь такое, что... Информационный шум такой. И вот, я подумала, да, а почему нет? Можно смотреть на небо, можно смотреть какая-то, как ее зовут? Опять забыла. Вентиляция работает, да? Вентиляция. И можно смотреть, вот это вот, почитаешь и сразу думаешь. У меня сразу ассоциации хорошие, и мне нравится внешне, как это выглядит. Мне нравится шрифт. Вот, ну, я примерно, вот когда что-то там подписываю красиво, ну, примерно, я уж так, конечно, утрирую, ну, как-то так пишу. Ну, как-то понятно, да, вот что-то типа того. Вот, и мне нравится. Я не могу выбрать, две мне не нужно, потому что здесь, ну, в принципе, однотипные фразы.
Ой, девочки, на 5 минут наболтала. Ну, скажите мне. Ну, видимо, прорвало. Знаете что? Вчера молча все дела делала, а сегодня меня прорвало. Так что слушайте. Спасибо, что слушаете. Вот, смейся. Вот видите? Ну, прикольно. В общем, что? Мне картинки вот эти менее нравятся, чем вот эти. Ну, казалось бы, да? Но мне вот эта вишенка очень нравится. Она и здесь есть, но она вон там. И на том, на другом полотенце два вот таких. Тоже там. А вишенка это вообще, я когда, вот, допустим, где-то что-то пишу, вот если у меня прямо к человеку теплые ну, чувства, я всегда вишенки прям добавляю. Ну, мне прям нравится. Не яблочки, не клубнички, а вишенки. Вот. И значит что? Важен каждый миг. Начни свой день с улыбки. Блин, девчонки, наши моменты радости. Ну, вот, кстати, наши моменты радости. Ну, типа скворечник или что это? Ну, вот это вот мне вот не алло. Семья самое теплое место на земле. Ой, да. Радуйся простым вещам. Вот, то есть, мне фраза нравится что-то отсюда, что-то отсюда. Я понимаю, что я могу поставить на какое-то время это, а на какое-то время это. Я не буду этим заниматься. Мне почему-то кажется, что я не буду просто этим заниматься. Я такой консерватор. Если мне нравится, оно будет только так. А поменять на другое мне жалко будет. Вот, чтобы вы понимали мою вот эту, мои тонкости, моего мышления. Вот, так что вот так что сказала я вам. Скажите, что вам нравится. Мне тут написали, значит, этот комментарий, что типа ты не уверенная в себе. В смысле? От того, что я не могу что-то выбрать, мне просто нравится и то, и другое. А вообще я четко знаю всегда, что хочу. Ну, не всегда получается, как я хочу, да. Вот, короче, в моей голове четкий план всегда. Вот, если я не знаю, сомневаюсь, да значит, оно мне не сильно-то и надо, как бы. Но вот это вот нет, я это сделаю, я просто не знаю. И у меня же такая мысль была, одну поставить на балкон, а вторую на ручку повесить. Ну, говорю, да уже с ума сошла, здесь я не буду точно это читать, и оно будет свернуто. Вот, а на балконе мне нравится текстура вот эта вот вафельная, то, что не просто на гладком. Ну, понимаете, девочки? И, в общем, да. Короче, напишите ваше мнение по этому поводу. Только не надо писать, что Оксана, ты ку-ку. Нет, я не ку-ку. Ну, я тоже многие фразы вижу, что продаются, да. Ирис, скажи, достала? Достала, да? Ну, ладно. Сворачиваем удочки. Будем есть тогда. 12:16. Сколько я? 7 минут разговариваю. Девочки, простите. Девочки, чтобы вы понимали, о чем я говорю, я уже про нее говорила. Видите? Вот я сейчас увеличила, вы видите, что она медленно крутится. На самом деле очень быстро, очень-очень быстро. Ну прямо, вы еще видите вот эти вот рифленые штуки, а если живьем смотреть, их не видно. Ветер сильный. Так что. Вот про что я. А их много. Ну, видите, вон там какое окно грязное, девочки. Видите окно грязное, девочки. Ну и, соответственно, на другом доме вон тоже они есть. И вообще холодно, как-то я стою у окна, конечно, холодно. Сейчас поставлю разогревать, и вот это все дело уберу, и слушайте, у меня там телефон стоит, и в телефоне отражается светильник, не видно вам. Так блестит красиво. Ну, кто понимает, о чем я говорю, что там блестяшки, прям такие, блин, прикольные. Ну, вам, наверное, не видно. У меня машинка там стирает, шумит. Ладно, сковородка из Пятерочки, помните? Ну, или откуда она вообще, не помню, из Магнита. Мне дарила тетя Оля на Новый год, наверное, да? Ручка всегда дрегалась со сковородкой. Куда делась, не знаю. Возможно, Федя ее увел к себе в игрушки. Возможно, поэтому надо посмотреть там. Пользуемся активно. Она тяжелая. Она никуда вообще не... Она вообще не сдвинется с места. Хорошая сковородка. Хорошая. Но я к чему? Я сейчас буду есть. Значит, мы вчера не доели. Вот даже, видите, кусочек курочки. Леша почему-то не стал брать. Не знаю почему. Ладно, вкусно было. Съел он целую тарелку, и все было хорошо, но... Ну, не знаю, он не всегда берет еду. Ладно, значит, что? Котлета. Вот, половинка от этой котлеты осталась. Лена, дорогая, спасибо большое. Котлеты очень вкусные. Я такая свинья, блин. Вчера поела эти котлеты, а не поблагодарила, даже не написала ей, ну, ничего. Поэтому сейчас буду писать, говорить, что котлеты очень вкусные. Девочки, могу порекомендовать, если мне какую-то ссылочку дадут, да, я попрошу. Ну, это в Иванове можно приобрести. Я поделюсь с вами. В описании под видео будет. Ну, если не дадут, то не дадут. Но я думаю, дадут, почему не дадут.
Вот, и, значит, у меня даже мальчишки с удовольствием... А у Феди, знаете, какая привычка есть? Когда ему что-то нравится, он сразу говорит, а еще добавка есть? Я говорю, да ты съешь сначала это. А он меру знает, у него желудок, ну, не растянутый, ну, реально он знает меру, он чаще ест, как и Лёша. Вот. И это... Но в итоге он не осилил. Вот как раз это его кусочек был. Ну, а сегодня будут макароны и подливка из филе. А это вот остатки были помидорок. Я в стаканчик положила. А эта крышка как раз-таки от банки той, вот от той, которую надо отдать Ирине. Вот, кстати, огурцы вот эти вот магнитовские вкусные. Вот обратите внимание, кто... Сейчас я стол подвину мизинцем. Сейчас, девочки, покажу. Вот такие вкусные, хрустящие и вкусные. Прям, девчонки, я уже когда-то говорила про это. И вот когда нам хочется огурцы, прям, да. Она, кстати, ну, сколько она стоит? Лёша говорит, что она недорогая, это он покупал. И мы же не за раз её съедаем, поэтому как-то так. Что ты? Вот она смотрит прямо на меня, мне в глаза. Но вам кажется, что нет, да? Ну, вернее, она не в камеру смотрит. Я-то в камеру, когда смотрю, да, рис. Ты тоже хочешь кушать, что ли? Будешь со мной рис-то есть, девчуля? Ну, еще вот этот цыпленочек мне нравится. Вот эти лампочки мне нравятся, да. А вот это вот, ну, как-то это вот более современно. Ну, не знаю, мне вот чашечка кофе. Ну, солнышко. А, солнышко здесь тоже есть, да? Просто смотрю, здесь солнышко. Ладно, убираю их. Девочки, напишите ваше мнение. Ну что, девочки, какой вот на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Я, конечно, понимаю, что выглядит это не особо презентабельно. Ну, потому что соевый соус, я говорила, окорочка были, ну, голени замаринованы. Если бы куркумы добавила, то был бы желтенький цвет. У меня куркумы, кстати, нет. Она у меня рассыпалась, я выбросила ее. Вот. Ну, поверьте, это очень вкусно. Почему ножка обглоданная? Ну, потому что я так дала чуть-чуть Арсению, чуть-чуть Феде. Если они добавку просят, я бы еще дала. Но они не попросили. Так и осталось. Я думала, что Леша, может, это возьмет на работу. Ну, знаете что, не взял. Это его проблема. Все, девочки, спасибо, что были со мной. Постскриптум. Не поняла, почему я помидоры не высыпала до этого. Вот не поняла. Сейчас пошла, ну, беру тарелку, такая есть, сажусь. Высыпала их, думаю, блин, вообще, да? Ну, девочки, вид стал поприличней. Все, всем пока.